Сделал такое вот метательное оружие из старых ненужных дисков пильных. Будем с детками метать. Пусть боятся. Вон мишень. Но не это конкретно. Куда только маленькие сурикены кидаются. А эти будем метать. У нас в тире висит еще одна мишень. Мы ее перевезем на дачу, на казачью. На подворье. И будем там метать. Цвет еще красота наведется, зачистится. Может даже покраситься. Покрасить надо. Вот такая вот штукенция. Вот он формат, размерчик. Нехило так, да? Я тоже думаю, что нехило. Ну а что? В истории человечества очень много фактов, когда, так скажем, инструменты народного хозяйства превращались в оружие. Возьмите хотя бы те же ниндзя, что они творили со своими инструментами. Чем мы хуже? Казаки тоже выдумщики. Посмотрим.